Сегодня мой видеообзор будет посвящен зимней куртке. Это коллекция 2020-2021 зима H&M. Мне эта курточка приехала с США, именно на оригинальном сайте H&M США она была заказана, цена ее около $70. Курточка очень модная, очень стильная, на мой взгляд, и очень практичная. Надо отметить, что это так называемый пуфер оверсайз. Если вы присмотрели эту модель, рекомендую взять на размер меньше от вашего обычного размера. Я ношу обычно S, взяла размер XS, и она все еще достаточно свободна, то есть, как и положено, оверсайзу. По практичности, здесь очень классный капюшон, он, скажем так, практичен. Там есть кулисочка, которая подтянет его так, как, в принципе, хочется. И он очень хорошо будет удерживать ветер, как я думаю, вот как это вот, по крайней мере, вижу. Рукавчик. На рукавчике есть манжетик, и сам рукавчик, видите, на такой резиночке, то есть он будет держать защиту от ветра. 4 кармана в этой курточке, 2 нагрудных, 2 карманчика накладных внизу, есть еще внутренний карманчик. На молнии эта курточка, сверху на кнопочке закрывается, то есть не видно этих кнопочек, закрытая панелька. Что еще можно сказать, цвет это беж, он универсальный, как по мне. Очень классно с джинсами смотрится, в принципе, даже очень неплохо с джоггерсами. Такая вот моделька, которая подойдет, в принципе, под все. Что еще могу отметить? Что еще могу сказать? В принципе, она достаточно длинная, что немаловажно для холодного времени года. И внизу у этой курточки также имеется такая кулисочка-затяжка. В принципе, можно подтянуть, кто желает. То есть по практичности она достаточно хорошо сделана. Ну, в принципе, все, что хотела рассказать. До встречи, пока.